Я слышал, вы с Карлито немного отреставрировали музей. Что ж, если кто-нибудь заявится на танки... Мы застанем конвой врасплох. Нельзя больше терять. Погнали, Дань! В ущелье Самбриада живут фермеры. Они фанаты Ламораль. По правде сказать, они мои фанаты. Состояли в фан-клубе, когда я играла за сборную. Они навели нас на конвой, который всегда проходит через перевал Шауп. Вместе мы придумали план нападения. Я сказала им, чтобы они сидели тихо, пока не услышат слово «наклбол». Никто не знает, что везет конвой, но точно что-то ценное. Бенитос всегда представляет к нему безумную охрану. Сотню солдадес. Дани, на конвой нужно напасть. Я уверена, что ты справишься сам. Но мои люди готовы тебе помочь, если ты этого захочешь. Я прослежу за конвоем и дам знать, когда он приблизится к перевалу. Оля! Не знаю, как ты, а я обожаю нападать на конвои. Ты нападешь на конвой вместе с нами? Само собой, Дани. Мне не терпится повзрывать грузовики и танки. О, в конвое могут быть танки. Понятно. Эй, сюда. Еще раз найду в своих кокосах паука, заору. Пинка. Одного из наших твоих. С нас этого дерьма, верно? Это Бичо и Радио Либертад специально для вас. Еще нет. Думаешь, я не справлюсь сам? Нужно, чтобы люди ощущали себя частью общего дела. У них есть гранатометы и другие четкие штуки. И помни, один в поле не воин. Так мы же в горы идем. Ясно. Ну тогда всем в Элесте можно топать на пляж, а ты пока порешаешь Кастильо. Да это шутка. Я постараюсь собрать твоих фанатов. Грасиас. Ты была? Забудь про кокосы. Время наклбола. Пинга, я думала, этот день не настанет. Нужно разозлить Бенитос. Пусть рассредоточит силы. Звучит охеренно. Увидимся у перевала. Я притащу дорожные шипы. Перфекто. Вот и пригодились. Вы нужны Ламоралю перевала. Наклбол. Ван Ханрон одобрили? Охрененно! Принесу миномет. Да, добавим огня! Thank you.
Слава Либертад! Ола! Скажи-ка, о чем тебе говорит слово «наклбол»? О том, что нужно устроить засаду на перевале, расхерачить там конвой, забрать у солдат все, что есть, и сражаться вместе с Ханрон. Карахо, ты готов? Я ждал этого приказа несколько месяцев. Вамонос, время не ждет. Давно ждал случая пальнуть из гранатомета. РПГ к бою. Пинга, он еще не на перевале. Лучше подожди, пока конвой окажется там. Или нет, тебе решать. Момент так себе. Знаю, знаю, скоро буду. Не подстрели меня. Сингал! Твою мать, танк! Грузовику! Защищайте груз! Защищайте груз! Иначе все будет зря! Это поможет, он Монтон. Слышала про нападение на конвой. Си, Ханрон уже везет вам бабло. Отлично, Дани. Деньги нам сейчас будут очень кстати. Адмирал Бенитос усилила патрули, так что аккуратней на дорогах. Окей. Вышел вы с Карлита, немного отреставрировали музей. Эй, Дани. Короче, доберись до Гранд-отеля Кабальера. Раньше это был курорт для богатых туристов, но Бенитос перепрофилировала его в тюрьму с камерой пыток. Туда отвезли одного из наших бойцов, Уго. Теперь его ждет встреча с дантистом, лучшей дознавательницей режима. Если дантист хоть что-то у него выведает, нам конец. Уго хороший парень, но под пытками расколется за пару часов. Помешай допросу, чего бы это ни стоило. Я отправила к отелю разведчицу.
Она поможет тебе, как доберешься. А один из людей Гильберта провезет тебя мимо охранников, если спрячешься в его грузовике. Но пошустрее. Грузовик скоро выезжает из центра доставки. Бенитас не должна узнать, где мы, Дани. Ты же в Гранд-отель Кабальера? Эй, я еду в отель и могу провести тебя мимо охранников. Залезай! На это задание идешь ты? Ну да, ненавижу дантистов. Я тоже. Говорят, что все, кто попал в ее кресло, расстаются с инфой, жизнью или всем сразу. Значит, нужно найти Уга и поскорее. Наша разведчица уже на месте и готова помочь. Как тебе речь Елены? Нам она очень помогла. А то порой не понять, побеждаем мы или проигрываем, понимаешь? Мы точно победим. Уж будь уверен. Что там у тебя? Доставка от командования. Ага, ладно, открывай кузов, я посмотрю. Не стоит, она для твоего начальства. Я сам не знаю, что там. Чего ты такое несешь? Слушай, мне так сказали. Открывай, если хочешь. Но дантист сказала, что никому нельзя заглядывать туда. А, это для нее. Ну его, давай, вперед! Всегда опаздывают. Не этот. Конью. Вспомнилось всякое. Понял. Здесь все спокойно. Какие у тебя отличные зубы, Густав. У врага медик не сегодня, сэр. Елена, дантиста больше нет. Ла Мораль пока в безопасности. Охрененные новости, Дани. А, и я готовлю тебе подарок. Что? Отель. Я его захвачу. Больше тут не будут пытать повстанцев. Ты точно не из Ла Мораль, Дани? Это так, к слову. Прошу подтвердить!
подойди. Что, по вашему мнению, иранцам следует знать о конфликте? Конфликте? Все как обычно. Не верьте слухам, нет никакой войны, по крайней мере, в Восточной Яре. Верно, адмирал? Это не война. Да. Мы накажем преступников из Либертад. Да. Их мало, нас много. Уроды и... из Либертад! Чика дело говорит. Слышали? А что насчет и беспощадной банды, известной как Ламораль? Те, кто угрожает нашей армии и деловым интересам Яры, не иранцы. Моя стратегия такова. Я ей в этом помогал. А я раньше управлял охранной фирмой. Опыт есть. На Востоке порядок. Да. Но прекупес порнадо. Снято, мне пора. Сеньор президенте. Адмирал, я так рад слышать ваш голос. Объясните, как так вышло, что на этой войне мы несем наибольшие потери из-за группы школьников из Алестем? Адмирал? Им помогают. И Либертад, и легенды. Я всегда с интересом следил за вашими успехами. Сам выбрал вас в Академии. Но вы должны знать, там были более опытные, квалифицированные и умные офицеры. Вас выделяло только одно. Си, сеньор президенте. Вы были женщиной в форме. Сейчас у вас есть шанс стать самой высокопоставленной женщиной, которую обезглавили. Грасиас, сеньор президенте. Выше! Поднимайте выше! Быстрее. Надеюсь, спасибо Антон за все, выдержит. Что ты делаешь. Благодаря тебе солдаты Бенитос рассредоточились по всему Эль-Эсте. Самое время атаковать ее штаб-квартиру. Но есть проблема. Мы не знаем, сколько там солдатов. Поэтому вот как мы поступим. Ты вместе с Ламораль, Ансианос и танком тихо высадитесь на остров. Используйте танк, чтобы пробиться в форт. А там стреляйте, пока Бенитос не сдохнет. Она наверняка просчитала массу сценариев нападения, но очень сомневаюсь, что в их число входил танк на понтоне. Встреться с Эль-Тигра. Место я отметила на карте. Только тебя. Да, Бабе Тигре. Нас ждет серьезный бой. Хорошо, что все нашли общий язык. Благодаря тебе. Сантосу всегда удавалось объединить людей в 67-м.
У тебя тот же дар. Значит, я как Сантос? Нет. Это я. Ты кулак. Слушай, если перед заданием я представляю, что оно уже выполнено, у меня все получается. Угу. Я представил, что мы уничтожили флот. Погнали? Молодежь. Вечно вы торопитесь. Насладись моментом. Через пару часов все изменится. В атаку! Повстанцы! Сейчас слегка занят. Я хотел сказать спасибо за то, что ты открыл мне глаза на Кастильо, Бенитес и Маккея. А раньше об этом поговорить никак? Перед битвой я лишаюсь дара речи. Но в чреве Карлито, когда по броне стучат пули, на меня часто снисходит озарение. Ну круто! Пока, Лоренцо! Пусть они увидят силу истинных яранцев! Пусть весь пляж будет залит кровью повстанцев! Тот, кто принесет мне голову Эль Тигре, получит медаль! Мысль Тигра тебя прикрывает. Мысль Тигра тебя прикрываем. Бей по форту! Дани! Ты там как? Все в норме. Похоже, здесь не прорваться. Я разыщу Бенитес. Давай! Мы поищем другой путь и постараемся поскорее тебя догнать. Повстанец проник внутрь! Найти и убить! Живо! За кого? Разойтись! Всем, кто не занят повстанцем внутри, уничтожьте тех, кто еще остались снаружи! Экселенте! Танк был их самым мощным оружием! Теперь растопчите этих лжеиранских крыс! Трогай!
О, тебе точно не жить! Что? Так не должно было случиться! Просто меня не убить, Бенитос. Эй, Бабетигра, ты в порядке? Си, только смерть подстерегает на каждом шагу. Тогда рекомендую ступать предельно аккуратно. Ты в ловушке, бежать отсюда некуда. Сдохнешь в одиночестве. Твоих... Каэте! Вытащи меня отсюда, блин! Открой мою камеру и иди в комнату управления. Да! Освободил же иранских крыс! Вам с ними все равно конец! Думаешь, я была к этому не готова? Моя вина! Раз вовремя. Эй, Дани! Крутяк, да? Бенито, считай нас в руках. Ты готов? Ты готов, мое второе имя. Разве не я? Много общался. Выходим на биту. Повстанцы проникли внутрь. Остановить их! Паранос! Если мы не победим, террористы захватят Аэсте. Продержитесь сколько сможете. Я вызвала подкрепление. Узкий проход. У вас будет преимущество. Защищайте позицию и не пропускайте повстанцев. Убейте уже иранцев. Я хочу, чтобы через 5 минут все повстанцы были мертвы. Синко минутос!
Мьерда. Открывай, Бенитос, ты в западне! Я вынесу чертову дверь, Вова! Я вынесу чертову дверь! Могу чем-то тебе помочь?
Адиос, Бенитес! Охо-порохо. Вива ла мораль! Жопу, Бенитес! Мы бы не справились, Дани. Не слишком умно. Отвяжите ее. Зачем? Она заслужила. Вы убили солдата. Молодцы. Проблема в том, что придут другие солдаты. Верно. Ничего не меняется. Злишься, потому что революции конец, а тебе на память осталась только эта гора. Что ж, развлекайтесь. А вот и бухло Бенитес. Салют. Хватит фоток. Победа, Дани. Разве я не Бэбэ Тигра? Да. Дани Рохас будет больше, чем Аль Тигра. Потому что моя-то война закончится. Вива ла мораль! Вива ла мораль! В тюрьмах третьего мира есть то, от чего у меня встает. Видишь, у мистера Маккея все под контролем. Старый добрый шмон, обожаю. Виноваты? Да наплевать! Адмирал была слаба. Она просто не сумела справиться с террористами. Я предлагаю вам развивать свою деятельность. Согласен. Ты из легенд? Открывай дверь. Простите, но эль-президент... Открывай! Бился вместе с Сантосом Эспиносой в 67-м году. Я помню, как въехал в Капитолий на танке во время битвы за Эсперансо. Помню, как мы схватили твоего деда. Помню, как он умирал. Ты ненавидел его? Все Кастильо только и делали, что насиловали земли Яры. Ты такой же, Сингао. Ошибаешься. Нет! Ослабь мои цепи, чтобы я обхватил твою тонкую шею и спас Яру от еще одного Кастильо! Или наложи на себя руки ради нашей страны. Тебе нужен врач, Михо. Кровь не моя. Пока нет, но, кажется, должен бы. О, да. Погнали, Дани. Бухнем в баре у Чучи. Он к западу от залива Концепсиона и к северу от гранд-отеля Кабальера. Не вопрос, Елена. Конья, ты Дани Рох. Лара, адмирал мертва. Это мощный удар по силам Антона. Бенитес была лицом новой Яры. Без адмирала они не организованы. Продолжай их прессовать, Дани. Так и собирался. Покеда, Клара.